Приветствую всех, друзья. Меня зовут Роза, город Оренбург. Хочу рассказать свои впечатления о ретрите, на котором была в городе Сочи, в Лоу. Закончился он недели три назад уже, но впечатление, осознание происходит до сих пор. Самое главное мое впечатление – это встреча с новыми людьми. Я очень рада, что познакомилась с такими замечательными ребятами. Каждый талантлив по-своему, все открыты. Было такое состояние у меня на ретрите, что не хотелось утаивать никаких эмоций своих, никаких мыслей. Было все открыто, как на виду. Благодарна Светлане, что она собрала таких ребят за глубокие осознания. И в последнее время только поняла, почему я поехала. Сейчас, проживая всю свою жизнь, я поняла, что до ретрита я находилась в детском саду. Представляете, ребенку больше 50 лет, а он еще не повзрослел. Видимо, я приехала взрослеть. Еще раз повторюсь, очень благодарна Светлане. Такие глубокие осознания. Она дала мне такое видение будущего, о котором я, скажем так, я даже не смотрела в эту сторону никогда. Очень мощное поле было, потому что, во-первых, в плане организма, тела, я раньше никогда на неедине не заходила, а тут я продержалась целых 4 дня и, кстати, даже ни разу не подумала об этом. Во-вторых, проработки туловища нашего были, это и гвоздистояние, это иглоукалывание. Очень профессиональные ребята проводили. Ребята вообще были с разных городов нашей страны, и это радует. И я себя ощущала девчонкой вместе с молодыми, мальчишками и девчонками. Спасибо им за это, что они не дали почувствовать мой возраст. Еще хочу сказать, что до сих пор приходят какие-то новые моменты, новые осознания. Почему Светлану выбрала? Вообще я с ней познакомилась, с ее видео, точнее, в мае месяце. Сразу зацепила за душу, потому что каждое ее слово – это про честность. И оно откликалось в моей душе, прям действительно каждое слово. И эта честность как раз присутствовала в ней. В том, как она общается, очень мощная поддержка каждого человека. Она никого не оставила без внимания. Это очень ценно, конечно. Вот. И сейчас, конечно, в поле интернета очень много различных людей, которые ведут за собой, предлагают свою помощь. У Светланы немножко отличная позиция. Она не ведет за собой, а она говорит всем, что мы сами мастера. Мы сами можем за собой идти. И очень важно к себе идти. Вот это самое главное осознание, которое я вынесла с ретрита. И вообще, я очень благодарна Вселенной. Очень благодарна, что я попала к Светлане именно. Очень хотелось бы общаться с ней почаще. Потому что такие глубокие инсайты, это просто капец. Я, конечно, всем посоветовала бы в этой честности побыть. Спасибо большое.